Сделали волну, чтобы рассмотреть основные фундаментальные моменты. Их я обычно основные говорю 5. То есть, что все основывается на твистах, и вообще классическое торшение – это преимущественно твисты. Все проворачивается, не смещается. Никаких кролей. Второе – это то, что мягкий уровень у нас, пульс. Смягчаете колено, опорной ноги, тогда у вас открывается подвижность второй стороны таза полностью. У вас обе ноги, они как бы в полной подвижности сустава находятся, раскрытости. Раскрыть суставы. Далее, куда импульсы? Импульсы – бум, землю в классической торшине. Вот характера бедов. Они бум, сильные, глубокие, объемные торшины. Бум, бум, бум. Вот этого характера по музыкальности началась импульсная работа вниз. Поэтому четенько научиться, мужики, ложить эти импульсы. Характер этих импульсов задавать. Бум, пам, пам, пам. Один из немногих примеров, где уже пошло смещение, это баунс. Мы его делали третий. Сейчас, ладно, вернусь к качке. Далее, мужики, все запястьями проворачиваете. Проворачивайте, проворачивайте. На волне мы делали препы. Следующий момент, все через препы. Обязательно. И зомби, и второшение. Это как бы не техника тараши, это техника вообще танцевания. Ваши хорошие в сальсе и везде. Это препы, делать подготовку. В волне, например, вот оно пошло. Вы делаете и преп против хода таз. То есть, когда подкручиваете на себя вниз, вот пошел преп, у него смягчается колено. Это момент про смягчение уровня как раз. Ее опорное колено, бум, смягчается. Оно ушло в мягкий уровень. Дальше от себя пошел, это все еще преп. И дальше туда вкладывается импульс. Вниз за пятки. Куда? Вниз. Вниз за пятки. И возвращаете ее. Бум. Запястья крутятся, скручиваются. Это то, что практически я не толкаю ее линейно вниз. Это очень грубая ошибка. Я как бы по параболе ее бум с запястьями скатываю. Скатывающий импульс. Не толкающий. Не линейный. Он мягкий, скручивающий. Окей. И да, забыл мужикам сказать, ни в коем случае не работайте при плечами. Хорошо. Ну это очень странно, есть такие партнеры, это выглядит вот так. Видно? Работает плечевая часть. От локтя до плеча работает активно в танце. Лыжники, лыжники. Все, от локтя. То есть плечи у вас мягенькие, в рамочке, здесь в контакте, где бы это ни было. На низ работайте низ. Сейчас будет баунс на центр. Видно рамка, не меняется. Сейчас будет у нас хорошо, наверху рамка залазит. Но плечи вот они в рамке. А вот эта штука работает. Вот предплечье работает и запястье работает. Обращаю ваше внимание, если хотите все чисто. Бум-пам. Качи у нас были 5, 6, 7, после волны кач. Кач, 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 кач. И мы синкопировали его. Раз, два, три и 4 и 5. И доворачивается. Раз, два, три и 4 и 5. И раз, два, три, и четыре, и пять. Также делали баланс, руки переезжают на центр. И вы прэп сделали, как бы немножечко сжались против хода снова. Слегка создали эффект жима перед тем, как ее вытеснить. Сжались, вытеснив ее, оп, ушли сами тоже параллельно. И вернулись друг к другу, у вас получился на возврате баланс. Баланс, баланс, баланс. Тоже тут добавляется довороты, будет. Пам, пум, по разным уровням, верхний уровень, пум, нижний, пум, обычный, нижний, обычный, и вкладывается баланс. Музычку быстренько.